Чем они? Объездная дорога вокруг Новочебоксарска до нового полигона ТБО появится уже в этом году. Жаркие споры вокруг этого объекта идут давно. В интернете трассу уже успели окрестить вечно проектируемой. Но в прошлом году ВОЗ сдвинулся с места. В конце 2012 года на строительство новой современной дороги из федерального бюджета поступило более 200 миллионов рублей. Кроме этого, из республиканского бюджета выделено почти 49 миллионов рублей и 1 миллион из бюджета Чебоксарского района. Стройка началась 2 недели назад, и уже есть первые результаты. Грунт, песок, щебень, асфальт – все строго по инструкции. Более 9 километров новой дороги будет построено менее чем за полгода. Всю трассу разделили на 3 участка. На каждом из них сейчас идет активная работа. С утра до вечера здесь трудятся 25 единиц техники – бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, КАМАЗы. Дорога проляжет мимо деревни Толиково, Большое Князь Тинякова, через реку Кукшум, мимо деревни Кадыркасы. Один из самых сложных участков – примыкание к автодороге «Вятка». Связано это с тем, что здесь достаточно сильный поток машин. Строители уверяют, что работающая техника не будет создавать дополнительных пробок. Уже на этой неделе здесь появится асфальт. Местами здесь есть участки, где ось дороги меняется, радиус дороги тоже меняться будет. В основном на первом участке, здесь на втором будет ЩМА-20 уложен. А на остальном участке уже будет слой усиления по существующему асфальтобетону и верхний слой асфальтобетона. Здесь на участке будут заложены, где родники бьют у нас, перфокор, это труба перфорированная, обернутая сразу стеклохолст. Будет дарнит применен на слабых участках, где грунты слабые. Параллельно идет укрепление обочин. Затем начнется устройство автобусных остановок с павильонами, посадочными площадками и карманами для заезда машин. Не только для машин с мусором дорога предусмотрена. Тут и для движения пассажирских автобусы будут ходить напрямую через Новочебоксарск. Будет открыто движение для населения. Здесь облегчится в несколько раз, сокращается движение со стороны Новочебоксарска. Дорога к полигону ТБО откроется 10 декабря. Дорожники обещают, срывов быть не должно. Пока все работы идут строго по плану. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.